Привет, начиная вторую часть борьбы с насекомыми, тоже нужны очень советы. Так, следующий ряд. Это баклажаны. Баклажаны. Жалко, что в маленьких таких, да, ведрышках. Ой, теперь жалею. Ну ладно, пока так. Маленькие-маленькие ведрышки. Сейчас будут гигантские-гигантские баклажаны, если мошки не сожрут. Нет, мы проклинаем этих мошек. Пусть убираются к зайцам. Зайцы не... Вместе с зайцами, да. Так. Вот это у нас бархатцы растут, чтобы отгонять неизвестных мне вредных насекомых. И вот здесь, далеко-далеко, тоже бархатцы растут. А почему они здесь посреди растут? Ну, наверное, из леса зайцев отгоняют. А вот там уже лес, и зайцы тупые. Они просто не соображают, что у нас здесь в горшках растет много вкусного. Так, они прямиком идут... Вот на тот вот верхний огород. Вот туда вот сразу идут. Так, это обособленно стоят тоже помидорки. Так, это помидорки. Видишь, в таких специальных корсетах. Так. Пожелтела эта помидорка. Вот помидорки. Ой, что мы с таким количеством помидорок будем делать? Страшно подумать. Так, а вот это цукини. Это вот наша грядка позор. Грядкам. Но мы ее починим. И она будет красоточкой тоже. Я тебе сейчас покажу, какие у нас вообще шикарные грядки есть. Так, вот это цукини. Ой, слушай, я тебе снимаю, и представляешь, на меня нападают насекомые. Так, цукини. Ну, фаршированные кабачки будем есть с мясом. Так, помидорки. Мы обжарим баклажанчики, потом положим чесночку, потом порежем помидорчики. О, вообще. Так. И вот такие сделаем бутербродики. Это бутербродики. Так, а вот это какой-то страшненький такой, да? Ну ладно, благословляем его тоже к жизни, пусть выживает. Так, но зато он дает цветочечки маленькие. Ладно, благословляем его тоже. Так, вот этот бассейн, не то с дынями, не то с цукиниями, поймем потом. Вот эту рассаду нам посадить некуда, но мы обязательно ее сейчас посадим. Надеюсь. Посадим. Так, вот это халапиньо. Халапиньо хорошо начал расти, но когда делали капельный полив, два было перчика уже плодоносили, они отвалились. Так, вот это наша рассада, которая еще ждет, к октябрю посадим. Или вырастет сама в этих горшках. Так, это у нас помидорка, это у нас веерные баклажаны, да? Вот. Видишь, как их жрут эти твари. Так, помидорка. Сейчас я нас через солнышко. А, вот дустом, вот этим дустом мы их посыпали. Вот. Вот он.
видно. А, вот, не туда показываю, вот он. Вот такой вот. Так, значит, вот помидорки. Помидорки. И вот здесь вот у нас один помидорка, вот он. Вот, представляешь, вот здесь прямо гусеница жила в стволе. Вот так вот. Вот, видишь, дырка. Там гусеница все сожрала. Вот. Так. Помидорки. Вот. Помидорки. Здесь и черри помидорки, и бычье сердце, мне кажется, есть помидорки. И какие-то просто помидорки. Вот, видишь? Уже все благословляем плоды от земли, от солнца. Так, благословляем нашего специалиста. Привет, ты Ольга Меленчук? Да. Олечка, привет. Включаем. Вот. Ну, видишь? Так. Думаешь, мы только цемент ищем? Нет. Так, мы еще и отчеты сдаем. Так, вот такие помидорки, но вот что-то вот это вот какая-то вот такая не очень красивая. Ну ладно. Я уже ее почистила. Да? А, вот помидорки, видишь, корсету даже надо подвязывать. Разные сорта. Ой, ассорти. С другой стороны нашей теплицы. Вот наши помидорки. Так, это музыкальная заставка армянская. Так, и мы продлеваем наш огород вот туда наверх, в сторону гринхауса. Так, вот наши шикарнейшие грядки. Надеюсь, зайцы их не увидят. Вот так мы не шутим. Делаем грядочки. И сейчас... А вот это я тоже не помню, что это. Возможно, это цукини, возможно, это дыни. Вот что-то чисто белый лист. Вот это мы огурики отдельно посадим все-таки. Придет время. Тоже, наверное, к октябрю. Так, вот это вот цукини. А вот это неправильно у нас стоит кальраби. Не кальраби это. Как она? Кальраби? Не кальраби? Капуста-то, брокколи. Да, она не должна здесь стоять, она должна в резервации брокколи стоять. И вот у нас вот такая резервация брокколи. Вот, потому что брокколи оказалась ни с чем не совместимой. Вот такой вот у нас огородик. Вот, мы не шутим. Все, люблю, целую, пока. Ну, теперь нужны ваши советы, ваши мысли, ваши идеи. Все, пока!